Утром 29 мая жители Твери встревожило большое количество пожарных машин на Бежецком шоссе при выезде из областной столицы. Нам сообщили, что произошло возгорание на чердаке кирпичного здания медчасти исправительной колонии номер 10, что в поселке Металлистов. К ликвидации пожара сотрудники МЧС приступили за считанные минуты. В ходе тушения никто из осужденных и сотрудников исправительной колонии не пострадал. Пожар оперативно потушен. Причина возгорания ранее выясняются. Отметим, что возникновение подобных чрезвычайных ситуаций учитываются при проводимых совместных учениях, где задействуется личный состав УФСИН, а также личный состав и техника МЧС. В МВД возбуждено уголовное дело в отношении водителя большегруза «Вольво», мужчины 94-го года рождения, виновного в крупной аварии, которая произошла 28 мая на 131-м километре трассы М-10. Большегруз, не предоставив преимущества, столкнулся с автомобилем «Лада Гранта», водитель которой, мужчина 67-го года рождения, погиб на месте. Пассажир 86-го года рождения доставлен в больницу. В «Ладе» находились жители Конаковского района области. Сотрудники наркоконтроля задержали 33-летнего жителя Твери. Фигурант планировал распространять наркотики через тайники-закладки. В рюкзаке у подозреваемого обнаружен полимерный пакет с мефедроном. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело. Максимальная санкция статьи предусматривает до 20 лет лишения свободы. В региональном следственном комитете внимательно рассматривают каждое поступившее сообщение, стараясь дать ответ в кратчайшие сроки. На особом контроле наиболее сложные ситуации. Цель такой работы – восстановление справедливости, обеспечение исполнения закона и правопорядка в нашей стране. Граждане могут в любое время подать в Следственное управление Следственного комитета по Тверской области обращение по вопросам возбуждения и расследования уголовных дел, проведение процессуальных проверок, жалобы на действия, бездействие, процессуальные решения следователей и руководителей следственных отделов, а также по другим вопросам, которые требуют вмешательства со стороны руководства Следственного управления. Кроме того, можно уточнить информацию о ранее поданном заявлении, сообщить важную для следственных органов информацию посредством интернет-связи и оперативной телефонной линии. Офицеры Следственного комитета России принимают во внимание популярность социальных сетей. В связи с этим ведомством налажена коммуникация с пользователями, которые для получения помощи могут обратиться в Следственное управление через аккаунт ВКонтакте. Подобное взаимодействие позволяет Следственному управлению повысить эффективность обратной связи с населением. Телефоны для справок на вашем экране.